А не, не, сильно не резко, не двигайте. Сосисочка. По очереди. Дикое животное, в любом случае, пытаться его гладить и совать ему пальцы в рот. Кушай. И чего голодный так сложно. Да, только он знает, что он делает. Смешка в том, что лисы, которые дикие, даже в период линьки, они все равно выглядят нормально. Но Семен, он питается едой такой же, как и мы. Соответственно, представьте, хорошо, что у нас нет шерсти по всей поверхности тела, то она была бы не очень классная. Да не будет он хлеб. Не будет он хлеб.